А средний монитор, он так более-менее еще. Да, ну, там фотографии будешь заниматься. В последнее время она подешевела слегка, благодаря усовершенствованию технологии. И стала доступна более-менее обычным пользователям по цене. Охренеть. На некоторых моделях. У нее что-то время отклика большое. Да, потому что у нее такая технология. Она не динамичная, поэтому значит, да. Встретили, что ли? Да, два буфала встретили. О, 110-й. Здорово. Молодец. Согласен. Да. И дальше вон. Я быстренько ударю и вернусь к вам, а вы мне навстречу пойдете. Но это же их привлечет сразу же. Как помнишь в прошлый раз? И мы их тут разберем у себя. В прошлый раз было не связанное звено. В прошлый раз просто налетели друг за другом. Ну так а тут зато сразу не одного, а сразу четверых разберем. Не знаю, Прев, что за звено такое, что за склад? Я такого и не помню. Так, я иду на ходу, а где остатки? Я вас вижу. Хорошо, давай, я иду вот к этой, еще не знаю, между двух наших наземок, примерно так. И давай посмотрим вперед. Подходи к Грише 9, там прикройте меня. А, вижу, значит надо идти. Ничего не надо. Нет, просто я надо. Контролируйте. Контролировать надо. Сейчас я их притащу к вам, не переживай. А, сейчас они тебе притащат. О, блин, как заранее это стало стрелять. Чего это так заранее? Обычно она долго не стреляет. На русский прицел поставили. И просто. Это то самое звено. Что делаем? Фалкор будет бунтумить, имейте в виду. На чем интересно? Что у него за самолет бунтумит? Фалкор. Макака 202. Я пока оттянусь до нашей северной наземки, там видно будет. Нет, вот уже мне? Кто-то ко мне подходит, я к вам отхожу. Мы у опять северной эти наземки. Два буфала там перетравили. Я отскочил к вам сюда. Угу, иду к вам. Справа от вас. Вы немножко на север двинулись, да? Да. Да, да. Понял. Обходим их. Вот что будут делать они? И вот там еще четвертый контакт идет. Один еще чуть правее. Идет. И пятый внизу идет. А, ну это наш, наверное, он по нему бьет, да. Отходим или падаем? Отходим. Поворачивайся. И едем на город. Ну, в принципе, город особо-то уж не так страшно стреляет. Не страшно. Другое дело, что он у нас здесь демаскирует. Демаскирует, да. Они лучше к нам придут сами. Тогда пока набираем высоту. Я вижу Сатурна. Они там в центре так и торчат на у себя. Пускай приходят. Мы не против.
хороший звук карбюратора. Они куда-то падают и в сторону нас. А, за Михеем, что ли, тянемся или что? Да не вижу я никого. А, вот, все, я над вами. Да, сейчас. Летите, идите, как здесь. Михея вижу, не вижу. Да, все мы тут. А они-то где? А вон они уже, ребята, они уже там, да. Надо, наверное, завязываться, они уже рядом. Над Гришей 9 они там, по-моему, уже. Видите врага, нет? Пока. Блин, где же они-то? Ну давайте, да, вот там наш лагерь. Вот, на 12. А, нет. Ну давайте пойдем туда. Я бы упал, я не вижу просто на кого упасть. На северную, на южную, на центральную. А, да, там работает. Видите, да, иду да, за да, вами. Да, ага, да, иду там, за вами. Там на нашем спине сидит. Пита вижу. Вот на них. А, во, он под тобой, Мещин. Да. Сейчас попробую развернуться. Опа, навстречу проскочил, да, еще. Я развернулся. Вверх он уходит. Это макака. Макака, да? Угу. Она вниз опять нырнула. Я ее потерял. Вижу, к сожалению. Держи, я ее не вижу. Ага, вижу. Наверное. Да, вижу, ты ее прессуешь. Я что-то вас двоих потерял? Ну ничего, мы тут с Мещником, я надеюсь, мы его... Теперь я за тобой, закачаю. Я ее тоже потерял. Ребята, попал. Я нашел. Попал, готов. Да. Вы где сейчас? В центре города. Нет, так, сейчас я... Ну, пройдись. По зенитке стрельну, а то она в нас бьет. Так, на меня заход. Фалкор еще один на меня зашел. На меня еще один фалкор. Внимание. Вы 10. Да, 10. Идем. Вот он наверх потянул. Наверх потянул. Наверх, говоришь, вот этот, наверное, да? Ага, наверное, вот этот. И за ним Мечник, нет? Я, да, за ним, но я, разумеется, да, за ним не буду. Блин, я вижу, его тоже не достаю. Так, он падает вниз, мимо тебя. Да. Прошу, пытаюсь достать его. Так, он опять вверх уходит. А на тебе висит. Нет, все, пока отошел в сторону, сейчас буду атаковать. Высота какая у вас? Большая? По нулям? Нет, сейчас уже не по нулям. Попадаю в него. Я пробил его. Еще попал. Вон он, ему плохо уже. Куда, он вниз пошел, падает, да? Вниз. А, вижу. А он, по-моему, вообще падает. Да. Бля. А там сзади, кто меня навстречу прошел, кто там я. Там, я. Боты? Я прошел. Там вот три контакта вижу, да, на север идут. Вижу. Там раз, два, три и правее еще один. Угу. Сейчас мы узнаем, кто это. Надо проверить, который сзади идет, наверное. Вот он стреляет по переднему. Может, это наш. Вот один из. Средний стреляет по переднему, смотрите внимательно. Там как минимум один враг должен быть.
Начинает разгоняться сейчас. Так, я вот на заднего это сейчас зайду. Двое так. Кого-то на наш щит будет. И кто-то вот еще. Задний бот. Пойдет. Задний бот, ребят. Ну, видимо, это боты, давайте. Я на нижнем. Ну и боты. Че, тоже. А чем ты боты? Боты тебе. Вот один уходит, это. Вы второго взяли? Да, я ухожу. Внимание. Курсом 40. Ухожу на курсом на 40. На ком ты в нашем 6? Да может. Может и на мне. Хемка на нашем. Да, пыталась. Вот она мимо меня прошла, да, пыталась. Стрель, давай. Крутить-то хенку не очень-то. Я от нее могу на скорости уйти вниз. Да она меня не догонит. Сейчас. А вы где? Так, давай, Мечник, надо? Я на ней, от нее на скорости ухожу, да, по речке. Она наверх пошла, наверх. А, бросила, да? Хорошо. Тогда разворачивай. Я ее пробил. Видел. Я тут тоже с Фенкой завязался. Вы вот идите к нему, помогайте, я эту, наверное, собью. А я тебе сейчас помогу. Ой, попал в тебя нечаянно. Ну извини, на проходе. Она вниз упала, видишь? Вижу, да. Разгоняюсь на ней. На проходе буду бить. Сатурн, ты где? Я в квадрате Е. Он по речке хочет уйти. Понятно. В квадрате Е 11. Уже не уйдет. Ты его видишь, Михей? Уже да, не все. Вижу. Так, хорошо, опять разобрали, но... Куда идти? Е-11. Что надо нажать? Т и потом что? Т-4. Поднажмем, победа близка. Да, вижу. Нужна поддержка. Так, я его не вижу. Идем. А, вот они над речкой низко, да, летают где-то? По Малянску, что ли? Да, я тут размазанные вижу, бочки... Вижу. Идем, держись, мы сейчас снимем его, подонка. Только это не Е10 никакое. Да не важно. Это совсем не Е10, это не он. Это Г11 уже. Да, Е11, Г11, да. Е10, это не он. Так, я его потерял. Ну я вижу двух контактов. Внизу враг, да? Да, я ему сейчас на 6 сел. Да, вижу вас, вижу. Подошел. Гибрид тоже подходит. Да. О, а тут еще и бот прилетел ко мне. Ну-ка нафиг. Каких ботов. Он стоит в вираже. Ну, так. Я попугая навстречу. Попугайте. Ау! Упал я. Чего? А у меня ПК какой-то. Блин, у меня ПК нет. О, фак! Да Дебре, ну ты-то чего, спятил что ли? Не Господи, заметил. Парни, вы спятили. Чего вы биться-то стали, вдруг не стало? Не заметил дерево. Слона-то я и не заметил, называется. Я ухожу на скорость от него. Ну у меня телефон призвонил, как всегда, не можно. Михей, помогай. Не помогу, у меня БК нету, иду на филд. Пиздец. Отваливай на скорости, ты от всех. Конечно. От них уйдешь на скорость. К филду. Понятное дело. Ну и что, и правильно, затащим под филд, их там убьют. Как это? Он тебя бросил.
А меня не догнать никому. Скорость 500, пойди догони. А ты уходишь от них? Ну, конечно. Зачем вы крутились в горизонтальных виражах с кемкой? Я в вертикале, пока вас ждал. Пока вас ждал, я в вертикале крутился. Но я там упал, мне телефон звонит. Я не могу его дотянуться, выключить заразу. Да нет, все было нормально, просто дерево не заметил. Да, я к филду пришел, делаю бочечку. Гашу скорость. Продолжаем. Понятно. Ты собираешься садиться? Конечно, у меня ж пустой. Ну давай садись, где-то на мини. Да. Ну насколько так, близко, давай, я их садись. Могу и потаскать над филдом. Нет. Далеко, да? Тогда сажусь. Если ты сядешь на полминуты, то я думаю, успеешь. Ну, да, за минуту ты, я думаю, точно успеешь. Он так спит медленно, достаточно скорость гасит. Так, мужики, я выйду пока. Ну, из боя и иначе что потом подпишу. Они уже близко. И давайте я посмотрю его. Ну я уже касание. Я буду тормозиться. Один тоже тянет, другой тоже. Не, ну да, а второй так не особо приближается. Там еще бот. Ну бот-то не страшно. Бот сюда придет, здесь и умрет. Михей, как ты? 7 секунд. 7 секунд слышу, стреляют, да. Слышу, стреляют. Пока далеко еще. Так, меня перебросило, запускаю. Сейчас. Лучи туда встречу. Вон он идет. Падин. Продолжаем в том же духе и победим. Перекрутил. Сейчас он получается отделяется. Он над речкой уходит. К себе уходит. На 2 часа. Нет, он вас ждал, походу, он вверх сейчас полез. Да, вверх не потянулся. Блин, я не вижу никого. Вверх. Рядом, выше надо подняться. А, вон вижу, да, разрывы. Разрывы, да, но один там по нолям над рекой. Да, и второй по нолям еще. Это бот. Понятно. Двигатель заглох. У тебя? Ну я его включил. Ну да, я потянулся за ботом, меня вывесило. И в свободном падении двигатель заглох. Пока бьют только по боту, Фил. Все, да, больше да. Не по кому. Ты на нем, да, Миша? Да. Давай, убивай.
Так, все, подбит он. А, подбит не сбит, но может сломаться. Он дымит. Так, теперь враги. Где враги? Ушли к себе. Ты садиться будешь? Да, садись давай. Не, ну тебе надо садиться или нет? А во-во-во-во-во-во. Ты над... А это кто? Над филдом. Мы оба над филдом. Нет, мечник справа тебя, над рекой. Кто это? Это я рядом. Пониже. По мне не бьют. Ниже. А. Это ты, Михей? Да. А, это Михей, да. Я жду, пока мечник сядет, чтобы зарядился, и мы пошли. Микей, посижу у тебя на кусте. Посиди, но только я не вижу никого. А тот свалил. Они, наверное, так себе ушли. Там и стоят два буфала, да? Да, у нас там кто-то. Двое так и не взлетел. Не взлетел, да, ведь. Ну а топливо все равно надо было. Да, топливо у меня полчаса. А ты 45 минут ставишь? Нет. Я уже давно не ставился. Что-то я их не вижу. Да и понятно, ты их и не увидишь сейчас, они у себя там. Давай. Короче, двигаем к его кикфилду напрямую. То есть это между ЕГЭ по горизонтали. Я на 1.5-2, ты пониже можешь эшелоном. Куда? Ну, к кикфилду куда еще? Они у себя же там. Линия ЕГЭ прямо на их филд. Ты снизу увидишь, если на меня зайдут, а я идя впереди наверху, если чего увижу. Да, вот. Конечно. Я сейчас в 8-й вертикаль захожу. То есть я перед тобой на клетку с лишним, да. Да я тебя вижу прекрасно, он там взлетел. Ты меня видишь. Еще немного усилий, и победа в наших руках. И ты ко мне не успеешь. А что успевать-то, если их нету? Пока что у нас тихо тут вообще. Я все посмотрел, что мог. Ничего не увидел. Но я кружусь, жду тебя.
Только ты ко мне вверх не лезь, а то это не, очень долго будет. Тысячу, да. На 1000, да. А у меня 2500, вот так нормально. Все, у меня 1500, я перестаю играть. В принципе, давай, иди вперед, иди в Москве. Только не на форсаже. Не-не, я нормально. Оборот 75 где-то. Ну, скорость у меня 300, вот так ориентируйся. Скорость. Я уже выше не полезу, тут облака мне мешать начали. Ты оглядывайся назад. Ты увидишь у меня на 6. А я тебя на фоне внизу. Ну, я вижу тебя сейчас неплохо, потому что солнце, как бы ты на фоне солнца. Да они ж не придут к нам на филд. Ну да. Так а когда? По времени ты подумай сам. Если мы только взлетели, а они к себе ушли. Так, сейчас запомню, сколько очков у них. 475-349. Вот, чтобы очки не менялись. Пока не меняются, значит они далеко от нас. Что-то как-то у тебя скорость слишком маленькая для 75. Ну да. 400? У тебя случаев ничего так нет из того. Да все нормально. Я просто смотрел на их очки. Ну, ты знаешь, я ручку не держу газа постоянно, я ее как-то... Я в Елене 11, на 2500. У тебя, как говорится, слева. И... Так, а вот что-то там такое, это что? А кто поднимается, кто-то? Так, не там, так. А, вижу, Михея, да. Нет, это не там, так. Что-то по земле так. Мне уже квадратик до их филда остался. На филд не идем. Да не идем. Кстати, а вот там как вечно? Раз есть кто-то на филд. Мечник, поворачивай право разворот, у тебя на 6 сваивается. Разворачиваюсь, да, по ногам. Сейчас надо рекой заходить. Видишь? Разворачиваюсь. По ногам. Один. Он ниже, да? Да, вот здесь. Он вниз за тобой тянется, да? Вот сейчас наверх пошел. Да, сейчас вверх. Во. Да, да, вижу, стреляет. Вижу. А там двое. Они оба. А ты знаешь, да, похоже, оба. Оба заходят, мечник. Держись тогда. Тогда, брат, птичка, держись, если что, отваливай на скорости, не крутись особо. Блин, мне тяжело так на них зайти. Ты на скорости прямо к филду двигай. Да они на тебе висят, я не могу, не успеваю. Ты крутанулся, я не успел переложиться. Сейчас я буду снимать по очереди. Иди пряменько, они тебя не догонят, они подотстанут. О, один так, один вверх от 100, да, выпрыгнул. Сейчас я этого, который отскочил. И второй отскочил. А он ему помогать пришел. У
меня закрутить хочет. Так, да. Один убитый, второй на мне, сзади висит. Сейчас я нырну и попробую отвалить от него. А, не, он на тебе. Давай на меня. Сейчас я на него захожу. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Попал. Гриб. Значит, грохнется. Все, отлично. О, развели подонку. Отлично вы разобрались. Да, отлично разобрали парочку. А Дип, молодец, увидел заход на тебя. Да, я уже начинал оглядываться, но меня опередил. Ну, честно говоря, тоже подошел к филду. Мне показалось, что кто-то там сидит, пока я смотрел на него. Приближение прозевал. Сзади там. Они опять нулями, видимо, пришли, да? Ну, они по реке. Ага, они нулями пришли, потом выскочили напасть. Коварно. Партизаны.